Сейчас мы продемонстрируем начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода у нас Кане Корсо, возраст 1 год, кличка Верна. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды обязательно подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Ко мне. По команде «Ко мне» собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, повторили команду, огладили, дали лакомство. На первом этапе обязательно все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, в поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке, отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать поэтапно. По команде сидеть собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первое – дача лакомства, оглаживание команды хорошо. На первом этапе применяем три вида поощрения. Подходим и хвалим собаку. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Не скупитесь на поощрение. Обязательно собаку нужно поощрять за правильно выполненную команду. Так у нас работает Кане Корсо, возраст 1 год, кличка Верна. Девочка красавица. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние 4 часа до кормления. Желательно на первом этапе, как я уже говорил, в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Чтобы войти с собакой один на один контакт, то есть установить контакт с собачкой. Подходим и хвалим собаку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо рядом. Рядом. Хорошо рядом. Это категория юниор у нас собачка. Сильно прессинговать не надо собаку. Собака взрослеет 2-3 годам. Все закрепляется 2-3 годам. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собаку. Хорошо место. Повторили хорошо. Команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. После того, как провели занятия, хорошо, рядом. Нужно собаке хорошо. Дать разгрузку. С собакой можно поиграться в это время. Хорошо, рядом. Дать собаке понюхать, побегать объект. Рядом. То есть получить разгрузку. Заодно хорошо. Поиграться с ней, установить контакт. Хорошо, Верночка, хорошо, гуляй. По команде гулять собака должна гулять. По команде ко мне собака хорошо, должна четко подбежать и сесть напротив вас. Рядом. Хорошо, рядом. Прежде чем приступать собакой к дрессировке, нужно установить хорошо, тесный рядом. Контакт с животным. Рядом. Без контакта дрессировка хорошо. Не получится. Рядом. Место. Ну, на этом мы будем заканчивать свою съемку. Поедет красавица наша домой к папе и к маме. Красавица! Кс-кс! Молодец!